Эйхоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Live to Survive, и сегодня мы отправимся на фестиваль Змея-Дракона, который проходит под знаменем турнира Орда Зомби. Давайте посмотрим, что это за турнир, как вообще происходят здесь турниры, как их отображает, потому что я ни разу до этого не играл в турнирах, я и вообще не сильно много играл в эту игру, поэтому я вижу, что здесь можно выбрать пушку. Ну, то есть у меня выбор не особо большой, есть дробовик и автомат. Я, конечно, буду брать автомат, мне кажется, автомат все-таки поэффективнее. Я хочу его вкачать сейчас по максимуму того, что мне возможно сейчас. И, как вы видите, это не сильно большой объем. Также я сразу же заметил то, что мне бросилось в глаза, это то, что есть несколько все-таки вариантов прохождения. Первый — это легкий этап сложности, второй — средний и сложный. The шоколадки или что это такое? Да, это максимальный уровень, это шоколадки или что-то в этом духе. Я бы хотел все-таки, наверное, начать с легкого и, знаете, постепенно пройтись по каждому из режимов, посмотреть и понять для себя, что же все-таки будет и как будет проходить. Я могу взять еще одно оружие, я могу прикупить себе какое-то оружие, но мне кажется, я бомж, и мне не хватит ни на какой из этих, потому что они все покупаются только за дон валюту, и это означает, что я могу поставить себе дробовик, что ли, мне кажется, да? Да. Вот так вот. Я пойду с ППшкой и дробовиком. Ну что ж, не впечатляет, я знаю. Давайте посмотрим, смогу ли я с таким арсеналом. Это базовые две пушки, которые даются всем с самого начала. Я их выкачал на баксе, который, возможно, на данный момент. И можно ли пройти с таким ассортиментом оружия? Ё, бронебалет. Так, будем хеды. Тихо, тихо, перезарядочка, пускай это пока подходит. Что у них на голове-то? Что вообще такое? А, это же драконий Новый год, точно, все, я понял, что это за штуки. Иди нахрен. Хорошо. Мне кажется, я могу брать посложнее уровень. Так, что они там? Не, они не сильно даже бьют. Так, хорошо, даже дальнего убрал, можно продвинуть. Ух ты, смотри, прям под ногами вылезла. Это проблематично. Сначала быстрых, а потом уже всех остальных. Вон, бежит, вижу. Интересно, их тут много будет идти или нет? Тихо, не бей. Ударила, сука. Я начинаю паниковать. Их действительно много. Я очень сильно мажу, меня это бесит. Так, перезарядка. Мало хедов и все, первый этап пройден, я так понимаю, да? Нет, не пройден. Мне нужно продержаться, походу, 4 минуты. Вверху идет тайминг, и что-то мне подсказывает, что, чтобы выиграть, нужно реально продержаться это время. Или же все, что? Где следующая волна? Я готов, черт возьми. Так, вижу вверху клавишу замены оружия. Хорошо, можно поставить сюда кнопку на всякий случай, на шифтяк. Чтобы, если что, я мог с легкостью менять клавиши. А, здесь нужно... Боже мой, ни хрена себе. Ребята, здесь нужно самому менять позицию. Офигеть, да ладно. Ничего себе, в этой игре мне дали возможность все-таки перемещаться, друзья, представляете? А я-то жду. Блин, я потратил много времени, возможно, теперь у меня не будет шанса. Или будет? Хорошо. Так, справился. В таких ситуациях, когда есть возможность... Так, работает! Обалденно! Очень круто, ребят. Работает фишка с тем, что я могу менять оружие. И тогда оно... Не надо ждать, короче, перезарядки. Охрененно. Это очень круто, мне это нравится. Надо перезарядить оба ствола. Так, это очень удобно. Я в шоке. Серьезно, в данного жанра игр я такую обширность геймплея встречаю впервые. Обычно все предельно узко, и такой обширности никто не дает. А здесь прямо
И передвигаться самому можно. И пушки менять можно на турнире. Да, только на турнире, я не спорю. Дальше это все запрещено. Но даже имея такие возможности на турнире, это очень круто. Так, мы прошли, что ли? Бонус за прохождение 20%. Серия побед 1. Типа на это я и потратил энергию, я так понимаю, правильно? Так я думаю, даже если вот так вот все и будет, я могу попробовать и сложный уровень. Я не знаю прям насколько там сложнее все. Но то, что я увидел только что, мне прям кажется, что это вполне реально. Так, и смотрите, я уже получил тут несколько плюшечек. Хорошо. Дальше мне надо 6000. Да, давайте, я хочу попробовать, потому что если его сейчас пройду, то мне как раз таки будет достаточно денег для того, чтобы получить следующий этап. Я в этом заинтересован, и, конечно, если нет, то я облажаюсь и потеряю возможность такую. Так, здесь у нас ночь. Смотрите, у них даже шляпы. О, я понял, наверное, это я зря сделал. Если я буду промазывать, то я в дерьме. Да, это я не потяну. Не, все. Просрал возможность, мне кажется. Да. И еще и грену просерил. О, черт возьми. Сейчас все буду жрать, но это нереально. Они не так сильно бьют, конечно. Так, стараться хеды давать, что ли? Насколько мне это поможет, я не знаю. Так, бойню я получил. Сейчас все свои запасы буду юзать. Мне кажется, пришло время, да? Не зря же я все это припас. Еле успел аптеку заюзать, правда. Ой, боже, а что ж дальше будет? Сейчас толстяки пойдут. Это нереально будет. Так, Руси, соберись. Знаю, что я могу. Если делать больше хедов, если стрелять именно в башку, должен заточиться со своим дерьмовым оружием на самом-то деле. Но только если делать хеды. Иначе все. Вот, сейчас будет пиздец. Сейчас как рванет у меня под носом, я умру. Да. Возродиться. 30. Давай, поехали. Что ж, не зря это все делал, да? Возрождаемся. Поехали. Давай, давай, давай. Живем, живем, живем. Я все потрачу. Все, что у меня было, друзья. Ради вас. Ради того, чтобы сделать для вас, ну, действительно, годный контент. Я надеюсь, вы это оцените. Я надеюсь, вам интересна эта игра и вам нравится то, что я вам подаю. Потому что это сложно. На меня идет эта сука жирная, которая сейчас прямо здесь и рванет. Да. 40 монет. 40 монет трачу. Поехали. Последний этап. Мы помним это. Плевки летят уже в меня. Так, отбиваю, 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 отбиваю. Плевки пока не сильно меня бьют. Пока что все это терпимо. Использовал нож. Боже, как я тупо использовал нож только что. Спреем, 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 спреем. Так, пошли нахрен. Хэд, хэд.
Боже, я надеюсь, что это того стоило, ребят. Если это того не стоило, то это просто жесть. Я потратил все, что у меня было. Я потратил 70 голды, я потратил грены, аптеки и все. Но я прошел. Ребят, то есть, если уж начал, то надо проходить. 4800 получаю, как раз таки этого достаточно. Так, бонус за прохождение 40%. Я потратил всю энергию. Короче, все, что было, друзья, это жестко. Это очень жестко, это очень сложно. Не идите на сложный уровень. На средний еще можно пойти, между прочим. Оно того, мне кажется, стоит. Или же просто добить серию побед и кайфовать от того, что ты это сделал. Ну что, мы дошли до 3 этапов. Мы 3 этапа прошли. Дальше нужно будет уже 12 тысяч. Это очень много, вы сами прекрасно это понимаете. Но я доволен, мы будем дальше снимать турнир, я буду держать вас в курсе того, что у меня здесь происходит и что у меня здесь получается. Надеюсь, вам было интересно, это было хардкор, да, всем спасибо, пока-пока.